планировка сделана правильно. Осталось сейчас теперь что нам? Сделать стены? Да, перегородки. Да, перегородки сделать и положить здесь линолеум. В каждом, даже небольшом населенном пункте должен быть свой фельдшерско-акушерский пункт. Жителям села Оленей повезло, здесь он почти построен. Подрядчики, которые должны завершить этот ФАП сдачу в декабре месяце, и я надеюсь, что сдадут в октябре нам. Через 2 недели нам. Вот 2 недели. Ну, то есть они идут со значительным опережением графика. Медицинское учреждение в селе строится по национальному проекту здравоохранения. Поэтому объект на особом контроле. Сюда часто приезжают общественные наблюдатели. Когда нам изначально рассказали, что сюда будет привозиться вода и потом увозиться, видя вот эти 5-этажки здесь рядом стоящие, и понимая то, что оттуда как-то вода уходит и как-то туда вода приходит, мы задали вопрос, а почему бы не подключиться к тому, что здесь уже есть. Администрация пошла навстречу пожеланиям общественных наблюдателей. Были проложены магистрали, сделаны все необходимые согласования с администрацией водоканала. Угу. Вот, сделаны изменения в сам так называемый проект. И сейчас этот ФАП, можно сказать, уже не модульный, а стационарный. На территории рядом с ФАПом осталось выполнить благоустроительные работы и сделать подъездные пути. Эти факторы также учтены с подачи общественных наблюдателей. Затем медицинское учреждение должно лицензироваться и после этого сможет принять первых посетителей. Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Нурик, «Городские новости», телеканал «Лента».